Сәлем, достар, біз Хорватияның Загреб қаласындамыз. Дәл осы қалада Астана жастар құрамы УЕФА жасөспірімдер лигасы аясында Динамо Загреб командасына қарсы қарымта кездесу өткізеді. Бүгін елорда жастары ойын алдындағы соңғы дайындықтарын пысықтамақ. Ну, подготовка идет хорошо. В принципе, сборники вернулись. Прошли немножко восстановления. Мы перед перелетом сюда сыграли товарищескую игру с основной командой. В принципе, ребята все в хорошем тонусе находятся. Перелет был для нас, в принципе, тоже нормальный. Вчера прилетели, провели легкую тренировку. Ребята все в хорошем настроении. Я думаю, что все в хорошей физической. У нас завтра устраивает только победа, естественно. Мы приехали сюда, чтобы пройти в следующий этап. Все ребята это понимают, настрой у ребят у всех только хороший. Сегодня на тренировке это все показало, у ребят хорошие положительные эмоции. Поэтому мы ждем завтра от них самое главное хорошей игры и положительного результата. Это самое главное для нас, потому что мы футбольный клуб Астана, Астана только побеждает. Поэтому будем ребят настраивать только на победу в завтрашнем матче. Ну, это немножко эмоции, немножко соревнования, немножко, чтобы ребята чуть-чуть покуражились, немножко эмоции свои хорошие, положительные выкинули. И мы для себя тоже с прицелом смотрим, кто как готов бить пенальти. Если они завтра будут, то мы уже сами перед игрой назначим игрока, уже который будет готовиться к пробиванию пенальти. Я думаю, у всех игроков в этой команде настрой самый запредельный, только на победу настроены. Все хотят выйти в следующий раунд. Думаю, все для нас сложится как надо. Я думаю, нам нужно забить просто. Но опять также нельзя отходить в оборону, потому что это сильная академия у них. Они обыграли Реал, Ювентус. Я думаю, нужно забивать и еще раз забивать.